Здравствуйте, меня зовут Инна, моему сыну Кириллу почти 6 лет, у него диагноз аутизм. В настоящее время мы проходим лечение в центре Бердавид дистанционно с помощью скайпа. На сегодняшний день у нас уже было 2 сеанса, и за эти 2 сеанса я уже заметила изменения. После первого сеанса я обратила внимание, что у меня ребенок за ужином ни разу не встал за стола. Вообще для нас это всегда была большая проблема. Мы садились за стол, он садился вместе с нами, что-то запихивал себе в рот, вскакивал, уходил, бегал по комнатам, возвращался обратно, хватал с собой еду, опять ходил по дому, повсюду были крошки. И вот буквально за один сеанс проблема, которая над нами висела несколько месяцев, была решена практически моментально. То есть я с уверенностью могу сказать, что это наш первый большой положительный результат. После второго сеанса Кирилл залез в свою корзину с игрушками. Вообще, он, конечно, умеет занять себя, у него даже есть некоторые понятия о сюжетно-ролевой игре, но он предпочитает традиционным игрушкам какие-то палочки, карандаши, вилки, ложки, которые он засовывает в емкости. В общем, все его игры носят стереотипный характер, и обычными детскими игрушками он практически никогда не интересовался. И вот он залез в свою корзину с игрушками, он вытащил игрушку, которую мы подарили ему несколько лет тому назад. Он вспомнил, как ее зовут, как она включается. Он был очень расстроен, когда она не включилась, потому что у нее давно сели батарейки. Поэтому это было действие настолько для моего сына не характерное, что я была просто удивлена, и это бросилось в глаза. В целом, я заметила, что ребенок стал более сообразительным. Он быстрее реагирует, он быстрее отвечает, у него расширился его активный словарный запас. В целом, я вижу позитивные изменения, я воодушевлена результатом, и я с оптимизмом смотрю в будущее. Большое спасибо, Давид.